И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, но мы продолжаем проходить Silent Hill 2. И мы здесь находимся, я не хочу идти никуда вообще, но придется. Это тот самый унитаз, да, это тот самый унитаз. Похоже, что ты застряла в унитазе. Достать это, да? Ох! Я надеюсь, в наушниках, потому что этот был просто омерзительный звук. 3D омерзительный звук. Похоже, это бумажник. Внутри какая-то записка. 20 направо, 0,1 налево, 0,2 направо или чё? Короче, вы поняли. Сейчас я буду тупить, потому что я помню в моем далеком, глубоком... Что за звуки вообще? В прошлом у меня были проблемы с этой загадкой, просто потому что сейф как-то через раз работал. Так, подожди. Где эта записка-то? Господи, помоги мне. Снаряжение, статус. Ой, мне что-то плохо, по-моему, да? Где записка-то эта? Письмо? Еще раз письмо, а где записка? О, блин, надо было запоминать, что ли? Да ладно, быть не может. А, во, господи. Ах. 20.01.02.15. 20.01.02.15. Это еще сейчас такое было. Так, там 20 направо, 0,1 налево, 0,2 направо, 15. На моей памяти, да? То есть от 20 направо к 0,1. Значит, сперва нужно на 20 выйти, да? Я не помню, блин, один черта. Я ненавижу эту загадку. Я помню, у меня еще были проблемы в том, что я думала, нужно, знаете, вот прям точно попасть, чтобы 20, 0,1, там потом 15. У меня никак не получалось. Я думала, что это связано с этим. Короче, ненавижу эту загадку. Давайте попробуем все-таки мою первую версию. На 20 сейчас выйдем. Так, 20. Теперь 0,1. А, не в ту сторону. А, нет, в ту сторону. Да, смотри, ужас какой получилось. Я в шоке, если честно. Окей. Допустим. Допустим. Мне не нравятся звуки. Вообще. Нигде ничего откроется. Нет, нигде. Самое интересное, что на моей памяти этот сейф абсолютно не обязательно открывать. Ну, то есть, ну, взяли бы мы патроны или не взяли бы. Ну и чё? Взяли, отлично, не взяли, ну как бы хрен с ним. Ой, звуки. Опять. Так, вода. Ой, да блин, Джеймс, ты чё? Сейчас я с клавиатурой играю. Я всё-таки решила пересесть на нее. Мне все-таки интересно, вот их добивать, вот так как я сейчас делаю, стоит или нет. По идее, радио не шуршит. Значит, как бы не стоит. С другой стороны, они еще добиваются. Ну, то есть их можно добить, значит, как бы и стоит это делать, с одной стороны. С другой стороны, может быть, это как раз и влияет на концовку, то, что мы их прямо вот добиваем, пока вообще с них прицел не упадет. Хз. Честно. Сейчас что такое было? Меня аж поплохело. Наличие воды меня смущает, если честно. Так, отсюда мы вышли. Что тут у нас? Я не могу открыть двери. Ну, здесь же что-то синеньким накалякано.
Хотя синеньким. Я догадываюсь, что накалякана. Ух ты, открылась. Ну нафиг это. Ой, там карта лежала, да? Секундочку. Ее можно взять или это так валяется? Нет, взять можно. Я нашел карту западного жилого здания. Замечательно. Ой, как тут все загажено. На двери приколота записка. Дорогой Тим, я должен отправляться в командировку, так что я уезжаю. Я оставил ключ от квартиры у дяди Дэвида. Ты ведь знаешь, где он живет, не так ли? В квартире на первом этаже рядом с лестницей. Я вернусь, как... Это там, где заперто, что ли? Я вернусь, как только смогу. Пожалуйста, присмотри за квартирой, пока меня не будет. Музыка очень классная. Это ж... А, это ты. Ты не пугай так. Манекены местные оживают только... при свете фонарика, ну или при подходе к ним слишком близко. Пошла в сад. Котопёс, блин. Две дырки, все для отхода. Ладно, для приема две, но две для вывода это грустно. Что у нас там с картой? А что так близко? Так, ну идемте на лестницу, что нам ничего не остается. Не тот открываешь, друг мой Джеймс. Закрой. Это сейчас что такое было? Садницу вообще. Что у нас тут? Ничего. Какая дверь? Так, пойдемте сперва вниз. Блин, тут открылось. Я не ожидала этого. Ну нафиг. А, ну нам же еще... Ну блин. Ну ладно, давайте ткнемся, чтобы... Я знаю. Все заперто. Ничего не берется, ничего не открывается. Я не ожидала, что там откроется. Мне это не нравится. Если честно. Пойдемте лучше наверх. Ну да, конечно. Блин, что это? Это по полу эти паразиты ползают точно. Так, ладно. Да, чтоб тебе. Что ты тут стоишь? Ну вот этот, ну куда ты бьешь ты меня, ну? Это моя привилегия. Меня может бить только моя жена. Так, это жучара, вон она. Где-то очень далеко и глубоко. Это слева. Сейчас где-то справа. Закрыто, не открывается. Жук поганый где-то. Так, подожди. Тараканы проклятые. Так, ладно. Что у нас там со здоровьем? Алло, меню, вылезай. Кстати, надо бы, наверное, изучить фотографию Мэри.
Ну, в общем-то, да, одежда, помните, которую мы находили с фонариком, вот ее одежда, что примечательно. Почему я не пользуюсь, а? Синяя где-нибудь? Хотя ладно, пригодится еще. Ой, уйди. Жучара мерзотная. Ладно, все равно бесполезно на них агриться. Что открылось? Знаете, вот на больничную, вот этот на больничный поднос похоже. Немного что здесь было? Ага. На столе что-то написано. В пяти отверстиях три монетки сверкают. С одной стороны искуситель Евы почивают. Змей. Позади женщины. Нежный ветер кружит. Бесформенный ноль немного дальше лежит. Старик рядом со змеем сидеть не желает. Он слева от узника дряхлеет и увядает. Ну, примерно уже понятно. В столе пять круглых отверстий около дюйма в диаметре. Две штучки у нас уже есть. По идее, две нам нужно найти. Ветер и этот... Кто-то там еще. И одна дырка должна быть пустая. О, привет. Ну давай, давай, выйди отсюда. О, господи, что ж ты пугаешь-то так? Что-то я нервная какая-то в этой игре, вообще дерганная. Ты выкла, что ли, настолько? Ужас какой. Так, ну тут точно ничего больше нет. Пойдемте направо. Ой, уйди, 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 не трогай меня. Подожди. Надо этаж до конца исследовать. О, фига, я пойду сейчас чуть-чуть. Налево, 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 я сказала. Блин, я сейчас пришла, что ли, где? Да, я пришла туда. Сейчас на. Я сейчас в какую сторону? Налево или направо, смотрю, уже запуталась. Надо мне. Ой, камера, ненавижу тебя. Ой, блин. А чё он опять там стоит, а? Или это уже другой? Я что-то уже запуталась вообще. Это что такое? Что это такое? Какая-то мозаика. Чё это? Защита, ты посмотри. Что это такое? Фиг его поймешь, если честно. Слава богу. О, сейчас меня за это самое, за эту Oh, it's you. что, как ты тут оказалась? Yeah, I'm James. Angela. Angela, okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But Психология от Джеймса. you're the same as me. It's easier just to run. Besides, is what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? Ну да. I'm sorry. It's okay. Did you find your mother? Not yet.
She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Ты дурашь, что? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. Потому что ты псих, Джеймс. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. Да ну. At least, I don't think so. I've got to find my mama. Она, по-моему, сама пересрала в этот момент. This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Один псих встретил другого. I'm sorry. I've been bad. Please don't. Чокнутая вообще какая-то. Она меня всегда пугала. Что у нее в голове вообще? С другой стороны, она как узнала, что мы ищем мертвую жену, как-то переполошилась немного, да? Такая думает, ну нахрен это дерьмо вообще. Здравствуй, зеркало. Что ты там увидел? Что? О, что это? О, узник. Здесь висит какая-то карта, в ней ничего нет. Ничего интересного, короче, нет. Несколько журналов на полу, в них нет ничего необычного. Напоминает, кстати, комнату с зеркалом Silent Hill 3. Она даже визуально немного похожа. Совсем чуть-чуть. Ладно. Я надеюсь, YouTube не настолько хорошо слышит, и он не услышит эту музыку, потому что она была, по-моему, достаточно громкой для этого. Достаточно долго длилось. Ладно, я не буду их добивать на всякий случай. Вроде музыка уже прекратилась. Сделаем вид, что как бы... Да, пошла в сад. Маленькая бабайка. Так, я тут все посмотрела. Не хочу тут задерживаться вообще абсолютно. Там комнаты я пооткрывала. Одна не открывается. Во втором мы нашли Анжелу. Так, все, бежим тогда. Бежим, короче. Сюда, нафиг. Раз, сейчас будет дырка, и потом будет лестница. Вот. Так, где я? Угу. Угу. И чё? Подожди. Узника мы нашли. Нам нужна еще одна монетка. Правильно? Или под ветрами имелось в виду то, что там тоже пустое пространство? Чтоб я знала вообще. Подожди секундочку. Ну открой карту-то, ну.
Может, что-то было в 105-й, я не увидела. Ладно, давайте попробуем сперва сделать так, как есть. Где там была эта комната? Спать. Да японский бог, что-то я вообще... Так, подожди, 209-я заперта? А, это надо было до самого конца бежать. Ай, 209-я. Это та, которая... Да-да-да. Первый этаж, дверь рядом с лестницей. Сто пятая, что ли? Или 109-я? Да вы издеваетесь, что ли? Там еще была синенькая такая. Так, ладно, давайте еще раз спустимся, потому что что-то как-то... Я не уверена в своей дырявой памяти. Что-то я как-то вообще плохо думаю в этой игре. Да чё уж скрывать-то? Везде, в любой, а чё тут? А, да, тут все плохо. Пошли вон. Еще разок. Еще один прогон сделаем сейчас. Может, я что упустила, может, что не увидела, я же могу. Может, какой-нибудь ключ на полках. Ничего нет. А, ну. Ну ладно. Так, хорошо, еще разок. Вот так. Так. С одной стороны, искуситель Евы. Так, змея. Позади. Позади женщины. Какой женщины? Мы не находили женщину. Нежный ветер кружит бесформенно, но немного дальше лежит. Старик рядом со змеем сидеть не желает. Он слева от узника дряхлеет, увидает. Так все-таки сколько монетков? 4 или сколько? Или 5, или 3? Да чтоб я знала. Я не помню, если честно, абсолютно. С другой стороны, видите, бронзовая, серебряная и золотая. Может быть, все как бы. А кто это был-то, господи? Я даже не обратила внимания. Это узник, по-моему, был. Слева, значит, узник. Может быть, где-нибудь тут? Это же узник. Я не обратила даже внимания, что я взяла. А вы уж говорите. Старик-змея. Слева использовать. Да хрен тут. Либо не хватает монетки, либо я туплю. Это тут давай. Че, не могу откнуть, что ли, отсюда? Как тут неудобно-то все это сделано? Отпусти меня. Так, еще разок. Мне либо бабы не хватает. Да ничего не хочу вытаскивать, хочу почитать. Уйди ты в сад. Что там еще раз? А, 3 монеты в 5 отверстиях. Значит, 3, да. С одной стороны, искуситель Евы. Позади женщины. Старик. Может быть, кстати, в обратную сторону их надо оформить. То есть, я так понимаю, этот самый
Ветер и ноль, это понятно, что ноль это дырка. Ой, это не дрожало. Может сюда? Да? Или нет? Нет? Может в другую сторону? Давайте попробуем сюда змея, ну, то есть чуть дальше, то есть позади, то есть здесь будет ветер, да, пусто, потом змеи с этим, с Евой, дальше форменный этот ноль, а потом уже узник слева от этого самого, точнее старик слева от узника. Можно мне выйти отсюда? Ой, господи, опять не туда. Ух ты, управление. А, с изображением женщины. Вот, что-то я туплю. Так, сейчас, секунду. Я что-то думала... Все. Я что-то не читаю, у тебя описание ни хрена, дуртака. Так, давай еще раз. С одной искусителей Евы, то есть... Позади женщины ветер. А. Позади женщины. Это в какую сторону позади будет? Ну, допустим, слева направо, да? Потом, смотрите, змей, потом, видимо, пробел, и нет, не пробел, этот самый старик, потом баба, а потом дырка. Или нет? Старик рядом со змеем сидит, не знаю, он слева от узника. Либо змея, этот старик и баба через раз, грубо говоря. Да выйди отсюда, господи. Как раз получается то, что... Получается же? Ну-ка, уйди. Искуситель Евы. Будет дальше женщина, самый последний. Позади нее, соответственно, ближе к змею будет дырка. Бесформенный ноль. А, немного дальше лежит. Не получается что-то как-то. Слева от узника. Так, блин. Где ж тогда сзади, если сзади ветер? А, я тупая. Меня еще бесит то, что оно тут все так долго. Вы это самое. Так, подожди, зачем я вышла оттуда? Можно назад? Блин, я пропустила про этот ноль. Позади женщины ветер кружит. Немного дальше лежит. Вот это как работать с этим? Либо змей самый последний. То есть сперва пробил, потом баба. Ага, хрен. Нет, сперва старик, потом пробил, потом баба, потом бесформенный ноль, а потом змей. Старик, пробел, баба, змей. Давайте попробуем так. Старик. Ну, господи, как тут все медленно. Вот старик, слева от женщины, вот этот ветер, вот баба. Потом дальше в ноль лежит, то есть пустота и змей, да? Я надеюсь. Давай сработай, пожалуйста. Чат как-то не очень, да? Или ноль самый последний, змея нужно вот сюда к бабе рядом. Да блин, выйди отсюда уже. Все равно как-то странно получается. Нет, да? Да блин, а так-то по логике получается.
Может быть, сюда старика, змея оставить, естественно, тут. Потому что там же ноль должен быть. Так, давай. Ну давай, выйди отсюда, господи, как медленно, а? Безумное веселье, просто безудержное. Ну, пожалуйста, ну. Нет, не щелк. Не, щелкнуло, все, все хорошо. Аллилуйя. Что там было-то? Чего мы подняли? А, квартира Лайна. Джал в столе. Бирканюг Лайн. Это которая? Это которая какая? На первом этаже? Ой, на втором этаже? Мы-то взяли вот ключ. Вот, да-да-да, вот это 209-е. Хорошо. А иди в задницу. Пошла вон. Отстань. Вообще я не прочь бы сохраниться, на самом деле. Но я не хочу делать быстрое сохранение, потому что я ступила и сделала его в начале, в общем-то, этой серии. И, соответственно, если вдруг с этой серией будет что-то не очень хорошо, а я сейчас сохранюсь, у меня пропадет материал и возможность перепройти. О, балкон. Самое время прыгать. О, что это? Нельзя молоток взять? Как тут лежит так? Да. Тут точно ничего нигде. Какой-нибудь ключ лежит на стуле, я его не вижу. Точно? Смотри. А с этой стороны что-нибудь есть? Да, конечно, нет. Господи, ничего не несу вообще. Да и... Сохраняшечек. Чё? Подожди. Здесь нет ничего, что можно было бы... Чем, точнее, можно было бы воспользоваться, это плохо. Это очень плохо. Там записка, кажется. Здесь висит картина, на ней не изображено ничего интересного. Ай, не хочу. Не, подожди. Здесь ничего нет. Плохо вообще. Что, мне старым путем, что ли, возвращаться? Да ладно. Ну, походу, да. Вот этот пролет мне. О! Все очень плохо. Я даже не помню, когда будет то, о чем я сейчас думаю. О, господи, ты опять меня напугала, сволочь такая, пошла вон. Это все-таки будет сейчас. Твою мать! В принципе. А здесь не обязательно вообще стрелять в него, в пирамид хеда, то бишь. От него просто можно уворачиваться очень долго. То есть вообще, просто уворачиваться и все. Главное такое постараться.
Здесь все идет тупо на время, то есть не надо. О, пули его только замедляют, они его не убьют. Здесь просто нужно выждать какое-то определенное количество времени и все, не более того. Пошел вон. О, господи, это было близко. Пошел вон. Просто ждем. Здесь придется, правда, по-моему, очень долго ждать. Но. Ну, что поделать. В принципе, уворачиваться от него, как вы понимаете, не составляет труда, потому что пока он замахнется своей шарабагой, мы уже будем в другой стороне. Побежали, 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 Джеймс, 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 не тупи, пожалуйста. Беги. Здоровьишко он сносит, конечно, будь здоров своим тесаком. Но благо попасть он у нас не может. Слишком тупой для этого. Ну, по крайней мере, пока. Давай, торопецевидный. Это правда будет долго. Как вы уже заметили, я думаю. Оп. А он еще не видит. Спокойно! Я думал, он замер. То, что света нет. Но думаю, что это как-то странно. Он обычно не замирает. Давай уже. У-ху. У-ху. Блин, как это долго. Не надо. Может, надо согреться на воду? Нет. Ух ты ж, это было рядом. Вода, смывайся уже, давай. Джеймс, еще бы ты не тупила меня, было вообще замечательно. Давай быстрее, господи. Серьезно, так, наверное, минут... Сколько, господи, даже не знаю. Минут 5-7 нужно бегать с ним по кругу. Хоровод водить. Ой, а, все, уходит, уходит, уходит. Сирена звучит, и он уходит. Ой, блин. Напоследок такой решил дать. Типа, не ходи за мной, блин. Так вот замечательным образом мы сохранили кучу патронов. И можно, кстати, подлечиться немножко. Подожди. Ой, может, ножом начать пользоваться, хотя, конечно. А, я не собираюсь использовать его как оружие. Ну ладно. То есть, как бы трубу шатать все. Ой, точнее, палка всех шатать с гвоздями нормально, а ножом не-не-не. Все? О, господи. Тут звук. Я что-то шарахаюсь от каждого пука, блин, в этой игре. Че со мной? Ладно, вода. Вообще плохая, конечно, идея, на мой взгляд, идти вот прям за ним. Но это решение Джеймса. Чего мне не меняется? Что-нибудь тут есть? Нет? Зачем? Все, закончились наши приключения в апартаментах. В общем-то, сейчас добежим до первого сохранения ближайшего. Сейчас посмотрим, где мы. Да, парк Роузвотер. Мы совсем рядом. В общем-то, через апартаменты мы шли просто потому, что мы не прошли бы никак вообще к парку. А так мы как бы прошли насквозь, чтобы получить доступ к другой улице. Там тролливали. Естественно, мы этого не узнали просто потому, что мы сразу туда пошли. Если бы мы играли первый раз, мы бы, естественно, потыркались тут вообще по всем улицам. Насобирали бы всякого добра, который там валяется.
Порасти меня, Джеймс, я случайно. Я не ожидала, что он может упасть, если честно. Одно дело в бассейн свалиться, другое дело с лестницы. Это как-то немножко неожиданно стало для меня. О! Кого я вижу? You! It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Маленькая засранка. Дети иногда могут быть такими гадкими. Я люблю детей, не подумайте. Но и некоторые из них, особенно когда они уже начинают соображать, и когда в них просыпается корысть. В общем, когда они начинают становиться людьми полноценными, их можно возненавидеть, некоторых из них. Опа, закрыто, а чё? А вот чё. Честно говоря, я не увидела патроны. Я смотрела на решетку, нажимала, он взял и поднял патроны. Видите, как полезно, когда персонаж умнее тебя. Замечательный туман. Мы тем временем выдвигаемся в парк. Малявка нам не помешает. Итак, вот он, этот парк. Мэри, неужели ты здесь? Ну, как тебе сказать? Джеймс. Давайте здесь остановимся. Да? Остановимся же. Конечно, остановимся. Сейчас я только сюда забегу. Может быть, тут сохраняешь где-нибудь есть, а может быть и нет. Ну, короче, нет. Нет, остановимся. Не будем здесь баба бородить. Камера не надо. Короче, вот прям тут остановимся. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Мы наконец-то встретились с Пирамид Хедом лицом к лицу. Без всяких решеток. А замечательно миновали его тесак на протяжении минут, наверное, 4, да, 5, где-то так. И, в общем-то, продвигаемся вперед. Я вообще чё вам рассказываю? Впереди у нас Розуотер, Мэри, может быть, нет. Кто знает? Есть вообще люди, которые не знают, что нас ждет впереди? Напишите обязательно. Я хочу посмотреть, сколько людей реально вообще никогда не контактировали с Сайлент Хиллом вторым. Мне очень интересно, правда. Напишите, в общем, люди, если вы есть, обязательно напишите. Вот. И на этом моменте я с вами попрощаюсь. Еще раз всем огромное спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующей серии. Всем удачи!